И всем привет, с вами Age of Sin, мы находимся рядом с великими могильниками в игре Властелин Колец Онлайн. И сейчас мы, как я и говорил в прошлой серии, побежим сдавать точнее все квесты, которые мы набили. А квестов у нас там, ну, вагон и маленькая тележка. Так. Сдохни. Не получилось. А так хотелось. Да, как вы помните, мы завершили квест у матери двух сыновей. Оба сына оказались мертвые. Так что сейчас мы ее, я думаю, не обрадуем отнюдь. И помимо этого, после того, как сдадим квесты, я поставлю на паузу и продам половину вещей, которые у нас нападало. Ну, лут в основном с мобов. Итак. Боб, коль ты ходишь, давай с тебя и начнем. Из смерти рождается жизнь. Да ни хворь, ни тьма не успели коснуться этих побегов. А, ну, немного не так. Да, ни хворь, ни тьма не успели коснуться. Из них вырастут самые сильные и здоровые деревья. Спасибо большое, спасибо, Диагол. На границе леса. Конечно, убийству зверей нет оправданий, но если им нельзя помочь, мы обязаны хотя бы избавить их от мучений. Помни об этом и не вини себя. Благодарю тебя, друг. Печальная жатва. Мало приятного в том, чтобы убивать живые существа, но эти создания принадлежали не природе, а скверне. Спасибо за все. Да, не за что. Не за что, не за что, не за что. Так, тут я уже читать не буду. Это Чем у нас я могу тебе помочь? Уже все знакомо. Я могу тебе помочь? Можешь. Выбери мне сразу рецепты деревообработки, не спрашивай, что мне надо. Так. И, по-моему, это последний раз, когда можно брать эти квесты. То есть, как вы видите, помимо награды и денежного вознаграждения, тут идет еще и опыт. То есть, это тоже хорошо. Нет больше моих сыновей. Глупцы, ох, глупцы. Они жаждали обрести сокровища мертвецов, а те в отместку разделили с ними не богатство, но свой печальный удел – смерть. Дурные головы, не давшие покоя ногам, теперь мне остается только последовать за ними. Прошу тебя, оставь меня наедине с моим горем. Не понял. Я что, не все квесты взял? А, утешение, появился квест. Ох, бедная Адди, такая утрата, и что же делать? Может быть, ты сумеешь завершить поиски, стоившие жизни ее сыновьям? Мы привели ее сюда, думая успокоить. Мы никак не ждали, что ее детей постигнет злая судьба. У Адди нет ни гроша за душой, потому-то ее сыновья и отправились в могильники за сокровищами. Я уверена, что они искали тот самый кардаланский клад, о котором ходит столько слухов. Говорят, будто спрятан он в руинах Остгората, в самой их глубине. И стережет его ужасное создание. Остгород. Остгород. Горат, гурут. Ладно. Пойдемте попробуем добежать до Остгората. Я совсем забыл. Нам надо сдать квест по костяному человеку. Этот квест нам дал блуждающий призрак, которого хрен найдешь. Ну и где ты нынче ходишь? Ты должен где-то здесь ходить. Около мертвого зубца. Где именно хрен тебе поймешь? Стрелка-то она указывает чисто не на него, а на его спаун. То есть после рестарта сервера он появляется где-то отсюда, по-моему, и начинает вот так вот круги наяривать туда-сюда. Ты слышишь, брат?
Мы обрели свободу, проклятие сгинуло. Покойся с миром, брат. Браслет костяного человека, 6 ловкости. Хорошая вещь. Все остальное мне, в принципе, не лезет. Так что давайте возьмем. Кольцо призраку из города Бри. Исполнив свой последний долг, я, наконец, покой обрел. Но, брат мой, силам тьмы покорный, скитаясь, страх внушает черный. Ты покажи ему кольцо, дабы избавить от страданий. Чертог небес взывает к нам, манит, мерцая звезд сиянием. Хорошо. Покажем кольцо призраку, который ходит в Бри. Сейчас опять крыса за нами погонится. Браслет костяного человека. Надо сразу нацепить, а то забуду потом. Так, 4 ловкость, 1 стойкость. Блин, кольца у меня вообще какие-то дребедень. 5 ловкость снять. 6 ловкость одеть. Шесть квери сопротивлению. Давайте КК Кодрингора оденем вместо 1 стойкости. Оно все равно ни в голове, ни в жопе. А здесь что, я, честно говоря, не помню. Карман. А, ну это позже, по-моему, будет, не сейчас. Ясень нам не нужен. Блин, а тут врагов-то куча. Хрен пробежишь мимо. Так. Так. И куда нам? Нам в самый конец тех развалин, которые как раз мы пробегали мимо. Точнее, где мы убили костяного человека. Нам туда. Ну, давайте двигаться в ту сторону тогда. У нас особо выбора-то и нету. Попутно буду собирать тис, насколько это возможно. Отлично. Ну что, в общем, следующий квест у нас будет уже, так сказать, вернуться в Бри и поговорить с призраком. Не знаю, нас обратно сюда пошлют или не пошлют. Надеюсь, что нет. Это совсем будет печально туда-сюда бегать. О, сам умер, молодец. Нет, не надо мне крысу убить. Молодец, добил. Это называется финальный выстрел сделал по трупаку. На всякий случай проверить, друг живой. Так, нет, вот этого надо убивать. В принципе, я посмотрел, у меня вот этот второй скилл, он сбивает помимо основного урона еще сотку за то, что зазубренная стрела дает кровотечение. То есть, в принципе, если остается 100 хп, можно отвернуться и бежать дальше. Зазубренная стрела должна сделать дело за нас. Вот мы и около этих развалин. Бывшего некогда замка. Наверное, да. Не меньше, чем замок, это точно. Да что ж мне как не везет-то? Чё они такие зрячие? Ну, мертвые мы тут набьем без проблем. А вот почему стрелка нас ведет туда, я чуть не понимаю. Нас там ничего не ждет, собственно. Я правильно бегу. Обманывают, сволочи, обманывают. Я ж помню, что нам вот сюда вот. Вот тут гробницу надо. Двигать или что-то там с ней делать, не помню.
Ну, короче, как всегда, все не так просто и все не так легко. Просто так нам сокровища никто не отдаст. Нет, тут главное не рядом и ни один не агрится. Точнее, второй не агрится. Отлично. Опять я в зону вбежал, где эти. Где отрава. Мертвый владыка Кардалана. Ага. Ну, владыка не так себе, честно говоря. Так, владычек. И... Вы получили кардаланское сокровище. Отлично. То есть то, что надо было, мы нашли. А я думал, что нам там надо что-то в гробу порыться. Так сказать. Так, что же нам делать-то? У нас могильники. А, нам еще баргестов надо двоих убить. Ну, сейчас по дороге как раз должны их найти, наверное. Вон он один стоит в кустах, ныкается. Ну, блин. Тис. Тис нам надо. Так. Гуд. Что там, еще одного баргеста? Да, еще одного. Но он как раз по дороге у нас будет. Опять забежал в отраву на какой-то хрен. Ого. Блин. Жестокие тут враги. Особенно параметры режут вообще здраво. Если бы у меня, конечно, это не основные параметры были, мне было бы пофиг. А он режет как раз ловкость мою. Пока лаял, я тебя уже убил. У меня все равно ни мота не действует. Я заклинания не произношу. Так, Тис или не Тис? Тис. Тогда не зря я сюда. И у меня все еще мысля по поводу лука. Ну а теперь можно и сесть на кобылу и ускакать отсюда нафиг. Интересно, на такой лошади можно в Рохане кататься или нет? Скорее всего, конечно же, нет. Но было бы весело. Чё, ты побежишь или лаять будешь? Побежит, смотрите-ка, упертый какой. Главное, чтоб крыса не сагрилась. И все будет норма. Так, и потом мы пойдем делать квест «Покойся с миром, брат». Адди. Неужели? Неужели это и есть самое, то самое сокровище, которое искали мои мальчики, и тебе удалось найти его? Мои дети отдали жизни ради того, чтобы их старушка, мать, не умерла в нищете. Я приму это сокровище в память об их жертве. Спасибо тебе, Диагол. Наплечник не очень. Ладно. Женщина довольна, и то хорошо. Здравствуй. Да, видите, все больше не дается. То есть мы, в принципе, выполнили по максимуму. Все, дальше у нее только покупка-продажа. Так, тут надо немного... Вот здесь вот и тот самый короткий путь, о котором я говорил. Тут немного поосторожнее надо, конечно, спускаться. И вот он, наш Бри. То есть, в принципе...
довольно короткий путь получился. Очень. Что у нас? Рецепт деревообработки даже есть. Классно. Свеча из пчелиного воска. Отлично. Это третий уровень, да? Да. Амлаха, наплечники нам не нужны. Ну ничего, так настреляли. Нормально. Сундуков опять до хера. У меня 3 ключа, правда, есть. Можно пооткрывать ради интереса. Посмотреть, что в них лежит. Но я, честно говоря, в 20 уровень открыл. Оба. Невидимая лошадь. Вот так чудеса. Так, покойся с миром, брат. Ура! Свет включили в городе. Вечер, что ли, наступает, да? Походу, вечереет. Таксидермист нам не нужен. Мы все равно ничего пока не нашли дельного. Так, потом нам надо будет в банк забежать, достать все ключи, которые у нас есть, и. Ну и, соответственно, положить туда сундуки, коих у нас дофигища. Может, вообще их продать к чертям? Там наверняка для 10 уровня ничего дельного-то и не будет. Так, я помню, что здесь у нас короткий путь есть. Нет? Ой, не хочу. Что тут надо? Хорошо, покойся с миром, брат. И... Неприкаянный призрак. Сокровище тех знаком мне блеск, сулил он почести и славу в руках родных, но свет померк, как брата смерть к себе забрала. В чертоге каменном, где жизнь так не хотела оставаться, устроили мы с ним тайник, в нем и лежит это богатство, ищи же камень, черный друг. Ну окей. Так, и чё? И все типа? Окей. Или мне надо будет еще добежать до того призрака и тоже у него спросить, типа, а что твой друг имел в виду? Сбор могильного мха, да. Охота во тьме, да. Так, люди из Бри. Вот, это о чем я говорил. То есть тут вот за эти монеты как раз-таки покупается всякая хреновина. Браслет людей Бри. Знаки отличия нет. Кольцо людей Бри. Это что, 30 уровень? Не пойдет. Мантия нам... Ну, в принципе, мантия нам вот подойдет. Ловкость дает. Тяжелый нет. Средние доспехи. Воля, стойкость нет. Воля, вера нет. Ну, вот рецептов можно понабрать 3 уровня. Портновский и уч... А, вот деревообработчик есть. Отлично. Мазь нам точно не нужна. Чем я могу тебе помочь? Это нам тоже не надо. Кстати, здесь, по идее, я могу чем-то для помочь. Фракции Люди Бри, да? Вообще вот не нужна. Вот эта хрень не нужна вообще ни при каком... Ни при какой возможности, так сказать. Потому что мы уровень с Людьми Бри набираем намного раньше. И обесцениваются все эти вещи намного быстрее. Нежели мы разовьем своего персонажа до 5 уровня деревообработки. Ну это вообще капец. Так. Че у тебя по лукам? Мудрость 2. Да и лук так говно. Честно говоря. Хорошо. Выкупать мы ничего не будем. А тут у нас че? Тут у нас... Чем могу помочь? Так, ладно, давайте я сейчас уйду на паузу, все лишнее продам, и потом увидимся. Я побегу в банк и на кад
Точнее, на запись распечатаем несколько наших ларцов. Так, все. Ушел на ожидайку. Итак, ну, в общем, я все продал. Теперь давайте направляться в сторону банка. Заодно и посмотрим, реально ли у меня есть ключи или их на самом деле нет. Ключик, 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 по-моему, стоит 75 марок, что ли. Ну-ка, давай-ка покажи-ка мне, сколько оно стоит. А, он даже 100 марок стоит. Один штука. Такая завлекаловка. Сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уже месячный VIP. Вот так, не туда побежал, вот так вот деньги и делают. Нынче. Так, 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 так. Ладно, продам, наверное, эти сундуки нахер. Есть подозрение, что они мне реально не пригодятся. Ну, тем не менее, кстати, ключи тоже падают. Просто реже, чем сундуки, но падают. То есть, в принципе, если вы не хотите, можете не покупать. Что в этих сундуках находится, ну, честно говоря, я сам до конца не знаю. То есть, несколько раз только с ними имел дело. И поэтому сказать не могу прямо, что в них есть, что в них нету. Видите, сколько у меня уже этих сокровищ и могильников? Просто херва гора и маленькая телега. Вот это вот, это я все получил за распаковку подарков, которые покупал за Йоль. Так, 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 так. Ни одного ключа нету и ни одного сундука тоже. Значит, они все у меня лежат в общем банке, наверное. Я могу тебе помочь. Да, стальной ключ. Причем почему-то крепкие стальные ключи. Вот так вот даже. То есть они закрепляются за этим. За персом. О, диагол, мои. Ларек. 10-20. Применить. Yes. Что нам дало? Туника и штаны кровельщика. Замечательнейший предмет. Нахрена бы он нужен был, интересно. Хорошо. Помимо этого, у нас ларцы есть, нет? Я, кстати, пироги приготовил для 20 уровня, так их не взял. Ладно, хрен с ними. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Секундочку. Нет, ларцов у меня что-то нету больше. Странно. Мне казалось, я скидывал ларцы. Куртка, древко. Подозрительно. Ну ладно, давайте откроем тогда ларцы, которые у меня есть. Хотя нет, давайте я сейчас на паузу уйду. Более внимательно посмотрю. Если найду, то найду, не найду. Ну, значит, откроем те, которые у нас есть. Ну, собственно, да, тут же есть поисковая строка, так что окованный сталью ларец у меня нету ни одного. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. 10-20 вот еще есть. Выберите. Блин, опять искать его. Ну вот он. Да, открыть. Качественное копье из зазубренных костей. Копье. Копье это чье вообще? Копье это, наверное, защитника. Че, еще 20-го есть? 10-й. О, 20-й. Yes. О! Жутковатый пони. Замечательно. И качественное метательное копье. Все, у меня получается этот защитник одет полностью. Ну, правда, я не знаю, может быть, у него получше вещи, но вполне вероятно, что нет.
Ладно, и последний. Десятый, 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 десятый. Ну, какой-нибудь вот этот давайте средний. Yes. Все. Ничего не дали. Нормально, дали опять потускневшую серьгу с изображением медведя. Она у меня уже есть. С изображением оленя у меня пока нету. Сила, ловкость, крит, удар, физ, дисциплина. Отлично. Вот это хорошо. А как раз серьга какая-то тухлая. Пусть будет серьга с изображением оленя. Что поделаешь. Так, и помимо этого давайте конягу себе новую возьмем. Конечно, мне все равно больше всего нравится своя лошадь, но вот эту вот лошадь мы могли получить, по-моему, наградой за... Сейчас скажу. Когда у Бильбо в погребе находились, вот там вот, по-моему, вот эта вот лошадь была одной из наград. Сейчас я вам и ее покажу. Скорость у нее, конечно, больше моей, но не знаю. Мне пока моя больше нравится. Так, в умениях она и в скакунах. Жутковатый конь. Давайте его и вызовем. Вот так вот он выглядит. Этот жутковатый конь. Ну что, на этом, собственно, все. Завершаем эту серию. С вами был Wage of Sin. Это была игра Властелин колец онлайн. Всем спасибо за просмотр и всем пока!